особенности, традиции, культура и язык. Все это отличает каждый народ друг от друга. Поэтому все народы, даже малые, стараются всеми средствами и силами сберечь свои традиции, свою культуру, свою гордость, отдавая дань предкам и своей уникальности. Любимых песен много знаем, поем их всюду год за годом, ведь в них живет, не угасая, бессмертная душа народа. Осталась позади. Помажай. Ахау, Хаулина.
речки, речки, это кровь на щечке. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая. Девка в платье мыла, тука выжимала. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая. Тука выжимала. Лебедин мой, лебедин, лебедушка белая, лебедин.
Песня была частью духовной жизни человека, опорой в его нелегких трудах и заботах. Песня и сейчас заставляет нас радоваться и печалиться, любить и разочаровываться. Она объединяет нас. Только с песней понимаешь, что мы дети одной Родины, что у нас один общий дом – Россия. Здравствуй, милая деревня, дорогое селышко. Здравствуй, поле золотое, и над полем солнышко. Говорят, что в селах скучно, веселей был города. Если честно вам признаться, это просто ерунда. Расцвели деревни нынче, забурлила жизнь ключом. Если мне кому-то скучно, тут деревня ни при чем. Все быстрее, ну ускоряет время бег. Нынче весь большой гей, деревенский человек. Бригадиры, полеводы, скотники, животноводы, зоотехники, доярки, агрономы и свинарки, председатель и директор, инженер и архитектор, и шофер, и тракторист, и, конечно, гармонист. Надо в селах современно строить, радоваться, жить и за обычаем забытых кое-что бы возродить. По-старинному жениться, никогда не разводиться, тятьку с мамкой почитать, петь частушки и плясать, усилители гитары не продать, раздать все даром, чтоб звучало бы немножко балалайка и гармошка. We'll be right back.
Oh,
только облучок и ваши бурные аплодисменты. Пускай тысячелетия пройдут, а нашим песням, танцам жить и не стареть. Потомки их танцуют и поют, и внуки наши тоже будут танцевать и петь. Как жаль, что все хорошее быстро кончается. Вот и наш фестиваль подошел к концу. На сцену приглашается начальник управления культуры и киноадминистрации муниципального образования Красногвардейский район Екатерина Павловна. В 2022 году указом президента Российской Федерации был утвержден праздник «День народного художественного творчества». А нацелен этот день прежде всего на сохранение традиционной российских ценностей. Я искренне поздравляю с этим праздником наших мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы, исполнители фольклора. Я искренне вас благодарю за тот большой вклад, который вы делаете в сохранении, приумножении и передаче самобытных традиционных культур, обычаев, традиций. Я искренне хочу пожелать вам, дорогие мои друзья, конечно же, самореализации, большого творческого пути, вдохновения. Будьте здоровы и счастливы. И, конечно, самое время наградить артистов сегодняшнего дня. Диплом управления культуры и киноадминистрации муниципального образования Красногвардейский район награждает образцовый танцевальный ансамбль «Каблучок» Красногвардейского районного дома культуры руководитель Асеева Марина Викторовна за участие в районном фольклорном фестивале «Живая нить традиции. Поющие струны Адыгеи». Администрация муниципального образования Красногвардейский район награждает дуэт Романенко Анатолия Удалова Николая, солисты Садовского сельского дома культуры за участие в районном фольклорном фестивале «Живая нить традиции. Поющие струны Адыгеи». Дипломом награждается образцовый хореографический коллектив адыгского танца «Без линей» Улябского сельского дома культуры, руководитель Уракова Зарина Асланбиевна. Дипломом награждается народный фольклорный ансамбль «Сударышка» Красногвардейского районного дома культуры, руководитель Лашина Ольга Алексеевна. Награждается народный ансамбль адыгского танца «Насып» Адамийского сельского дома культуры, руководитель Нешева Саида Аскерова. Дипломом награждается народный фольклорный ансамбль «Свахи» Саратовского отдела Ильиновского сельского дома культуры «Маяк», руководитель Брашко Наталья Александровна. Награждается вокальный ансамбль «Гармония» Красногвардейского районного дома культуры, руководитель Антипов Геннадий Григорьевич. Дипломом награждается Уракова Зарина, солистка Улябского сельского дома культуры. Награждается народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Эльбрус» Адамийского сельского дома культуры. Дипломом награждается Тимонина Асель Камитовна, солистка вокального ансамбля «Очарование», руководитель Сергеева Юлия Николаевна. Награждается ансамбль народных инструментов «Нур» Улябского сельского дома культуры. Дипломом награждается Пакова Диана, солистка народного вокального ансамбля «Мелодия» Хатукайского сельского дома культуры. Наш Джаниет, солистки народного вокального ансамбля «Трио Злата» в
Жидухабльского отдела Садовского сельского дома культуры. Дипломом награждается образцовый художественный вокальный ансамбль «Младороссы» Услабинского городского дома культуры, руководитель Пакова Диана Руслановна. Докшокова Елена, солистка Улябского сельского дома культуры. Дипломом награждается народный хор «Родник» Садовского сельского дома культуры, руководитель Удалов Николай Григорьевич. Диплом управления культуры и кино администрации муниципального образования Красногвардейский район награждает Клишева Ахмеда Батыровича в номинации «Народные художественные промыслы». Савельева Наталья Владимировна. Дипломом в номинации «Декоративно-прикладное искусство» награждается Ковалева Екатерина, АУ «Хатукай». Вокальный ансамбль «Селяночка», Красногвардейский районный дом культуры, руководитель Савельева Наталья Владимировна. Дипломом награждается Докшокова Елена, Улябский сельский дом культуры, в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Народного драматического коллектива «Сетенай» Жембичийского сельского дома культуры. Дипломом награждается Рут Виктория, участница кружка декоративно-прикладного искусства «Очумелые ручки» Белосельского сельского дома культуры. Кадыровну, районный организационно-методический центр Красногвардейский район. Дипломом награждается Назарова Анна, Еленовский сельский дом культуры «Маяк» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Чернышевский сельский дом культуры Шавгеновского района за участие в районном фольклорном фестивале «Живая нить традиций поющей струны Адыгеи». Награждается Общехачокова Елена, АУ «Хатукай» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Образцовая хореографическая студия «Фейерверк» Хатукайского сельского дома культуры, руководитель Абасова Дарина Кадыровна. Награждается Ткачук Оксана, город Майкоп, в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Новое поколение Еленовского сельского дома культуры «Маяк», руководитель Рустамова Семина Князовна.
улица Цишева Фатима Эльчингизы, Ульяпский сельский дом культуры в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Дипломом награждается Випринцева София Николаевна, село Красногвардейское. Награждается Шифрукова Суланда, Ульяпский сельский дом культуры в номинации «Декоративно-прикладное искусство». И, конечно, давайте сделаем общее фото на память.